Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов и описание этим работам по книге «Великие музеи мира». Манджушри, Симанган, остров Ява, 9 век, бронза, литье, гравировка, 160 на 290. Манджушри – божество, олицетворяющее мудрость, один из основных бодхисаттв в буддизме Махаяны и Ваджраяны. Он изображен в виде прекрасного юноши, сидящего в царской позе. У него правильные черты лица, большие глаза, они полуоткрыты. В ушах крупные серьги, на шее массивное ожерелье, на запястьях и щиколотках браслеты, на груди шнур брахмана. На бедрах юбка дхоти, орнаментированная полосами, сочетающими розетки и ваджи, громовые стрелы. Правая рука бодхисаттва, жест дарения, варада мудра. На ладони изображена ваджа. В левой руке он держит лотос на длинном стебле. Сам цветок покоится на его плече. Иконография данной статуэтки соотносится с классическим образом Сиддхайкавира Манджушри, обозначающим совершенного героя. Стилистика работы, моделировка лица, орнамент дхоти указывает на североиндийское происхождение статуэтки, которая, очевидно, попала в Индонезию вместе с буддистами-паломниками. Вот такое описание к работе Манджушри, Симанган, остров Ява, 9 век, по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.